пока что незнакомые, но милые моему сердцу женщины, я к вам еду с тренингами. Я приеду в ваш город с тренингами, именно направленными на женское счастье. А из чего складывается женское счастье? Ну, как в той песне поется, чтобы милый был рядом. Извините, иногда этот милый, как пирожок с дерьмом, который есть невозможно и выбросить жалко. А иногда у женщины есть собственные психологические проблемы, и качество жизни ее не удовлетворяет. Так вот, мои тренинги вот в вашем городе, вы зайдите на мой YouTube, посмотрите поподробнее, что я вам говорю. Я профессиональный психолог, без всяких эзотерических мистик, кандидат наук, писатель. У меня 6 книг. И я приеду в ваш город именно специально с женскими тренингами. А какими? Вот везде пишут «венец безбрачия». А это некоторая психологическая установка. Никто вас не сглазил, никто вас не заколдовал. Вы сами себе сделали такую установку. Установку вот... Я такого хочу, а такого не хочу. А потом чуть стоит кому-то обратить на вас внимание, и вы вроде бы уже это готовы. А вы знаете его семейный сценарий, а ваш семейный сценарий? А он ли ваш партнер? А как привлечь вот мужчину своей мечты в свою судьбу? Помните, мысли сбываются. И когда вы знаете, кого вы ищете, вы обязательно найдете. Вы же, когда идете покупать сапоги, вы знаете, какие вы примерно сапоги хотите покупать. А тут мужик какой бы попался? Хороший. А что такое хороший? И вот мы с вами проведем вот этот семинар по поводу того, как узнать прежде всего свой собственный семейный сценарий. Увидеть семейный сценарий данного мужчины – и в голове уже иметь некую матрицу, не 125 пунктов, а 6-7 пунктов, которые определяют, это тот мужчина, с которым вам будет хорошо. Это не значит, что он вас выберет, но вы можете найти варианты. И этот семинар, и эти практические занятия, тренинги направлены вот на выбор мужчины своей мечты и своего семейного сценария. Еще раз повторяю, когда вы знаете, что вы ищете, вы обязательно это найдете. Помните, мысли материализуются. Но есть и другая проблема. Как говорится, уже есть плохенький, но мой. А отношения не складываются. И вот часто над женщинами, а вы в моем канале посмотрите, владеют некие мифы. Мифы общения с мужчинами. Вот я приеду и развенчаю ваши эти мифы, потому что вы не понимаете, да, не понимаете, что мужчина устроен довольно-таки просто, как труба в духовом оркестре. Три кнопочки. Посмотрите мой ролик про трубу на Ютубе. Но важно, кто в нее, в эту трубу дует. И как дует, и как берет аккорды. Так вот, у меня есть даже книга, которая посвящена тому, как общаться с мужчиной, знать некие его тайны. Это не значит быть стервой. Я не учу быть стервами, а потому что мужчинам стервы не нужны. Она проколется. А я учу ту умелую женщину, которая и ответственна за погоду в доме, эмоциональную погоду в доме. А этот-то, он готов. Да, и если к нему подойти с некими умениями и отбросить мифы бабушек и дедушек, то тогда, может быть, даже
И тот, который был бы вроде плохеньким, а станет замечательным и золотым. Столько у меня было случаев, когда женщины, меняя свою установку на мужчину, научаясь правильно с ним общаться, правильно нажимать на кнопочки этой трубы и правильно дуть в этот мундштук, отношения с мужчиной складывались. Но женщина. Женщина не может быть женщиной, если она не умеет себя презентовать, если она не умеет флиртовать, если она не умеет себя подать. Мы говорили о том, что женщина должна выбрать своего партнера, где у нее уже нарисована схема. Мы уже говорили о том, что женщина умеет общаться с этими мужчинами. Но ведь прежде всего женщина должна выйти на этот рынок, презентуя себя. Вот этот семинар и этот практический тренинг направлен на то, ну так вот я условно говорю, предпродажная подготовка. Даже если вам за 50 и у вас есть этот плохенький, с которым вы уже научились общаться, но все равно, как прекрасно, когда женщина себя верно презентует. Посмотрите, как многие западные пенсионерки себя презентуют. Загляденье. И этот плохенький будет стоять, юномой будет, я точно знаю. Я же мужчина. Так вот, этот семинар и этот тренинг, который называется «Тысячу секретов Клеопатры». У меня книга есть, на эту тему даже две книги. «Тысячу секретов Клеопатры» и «Умение флиртовать». Это презентация. Запомните, флирт – это не простое кокетство, как эти, которые стоят на дорогах, флиртуют. Флирт – это подача женщины достойно. Ох, мне этот тренинг так нравится, потому что тут же из этих гадких утенков раскрывается лебедь. И недолго, ведь в женщине живет женщина. И последний семинар и практический тренинг – это психосоматика женского здоровья. Вот есть такое утверждение, что все болезни от нервов. Нет, нервы портятся от болезней, а все болезни от тех мыслей, от тех установок, от тех комплексов и зажимов, которые вы получили за свою жизнь. И отсюда разные заболевания. И кишечно-желудочные, и мочеполовые. А мочеполовые женские заболевания, ну, я вам точно расскажу на этом тренинге. Не буду сейчас в рекламном ролике об этом говорить. Заболевания сердца, давление, а просто тревога. Особенно тех женщин, у которых происходит некий гормональный рост. Я не хочу говорить там менопауза или еще какие-то вещи. Некие гормональные изменения – это не только менопауза. Это и в том, что когда женщина взрослеет, она набирает свою сексуальность, и она набирает свою сексуальность, вот созревает как яблочко где-то годам 35, ну там плюс-минус и так далее. И ведь женщина, когда первые месячные, тоже гормональные сбои бывают. А вот этот сбой тогда, когда она понимает вкус, внутренне понимает, раскрывает в себе женщину, и у нее происходит вот гормональный всплески, гормональные потребности. И посмотрите, часто в этом возрасте, в возрасте, когда женщина входит в пик сексуального своего созревания, мужчина не соответствует ей, не догоняет ее. Им что? Ну, про мужчин отдельный разговор. Так вот, этот тренинг, тренинг «Психосоматика женского здоровья» направлен конкретно на ваше здоровье. И, как говорится, какие у вас мысли, так вы и живете. Итак, записывайтесь на мои тренинги и ждите в своем городе.
Я сейчас собираю вещи, я к вам уже еду. А заранее познакомьтесь со мной на канале, посмотрите на меня, и вы поймете, что я вам помогу изменить качество жизни в лучшую сторону, без всякого колдовства, мистики и эзотерики. Еду.